Итак, продолжаем проходить Crimson Metal, 4 уровень, погнали. Автоматическое сохранение, как всегда, в начале. И нам дают сразу же патроны. Какого лешего? Так, по патронам у нас все хреново. Давайте поэтому возьмем нашу любимую эмочку. И попробуем здесь найти, куда нам нужно идти. Я вообще не понимаю, пока куда. Так. А секретная зона может быть где угодно. Это нам что-то типа подсказки, что ли, дают? Ну ладно, давайте посмотрим. Попробуем найти какую-нибудь секретную зону. Ну, походу, вот эта пачка патронов, это была типа... секреточка небольшая, да? А может быть и нет? Ух ты! А вот это неплохо, неплохо. Давайте вот это тоже соберем. Здесь может быть что-нибудь тоже есть. Тоже есть аптечка. Блин, вот какого хера так делать? Вот какого хера, а? Ну, мудозвоны, честное слово, авторы. Не надо так делать никогда. Так, ладно. Ну, у нас здоровье, в принципе, пока нормально. Надеюсь, оно... не улетит так же моментально, как и прилетает вместе с аптечками. Блин, хочется присесть, как в контре. Вот эта привычка, выработанная годами, она прям вот преследует. Уже сколько лет не играю в контру, а вот все время хочется присесть, когда стреляю. Типа, чтобы разброс меньше был. Это что за какой-то телепорт? Это какой-то телепорт. Нужен голубой ключ. Синий, в смысле, ключ. В общем, короче, да, это какой-то, это секреточка. Явно, я так понимаю, здесь все голубые ключи. Это явно секретка. Так, стоп, я уже здесь был. А, нет, нет, не был. Давайте вот это тоже разберем. Аптечка. Отлично. Где же нам взять голубой ключ? Ах ты, блин, засранцы такие. Они неплохо так. Здоровье. Хреначит у тебя. Только вот это оружие и спасает, собственно. Лифт. Нет, погоди, погоди. Лифт, я туда пока не пойду. Я вот вижу там явно какой-то тайник. И явно туда, наверное, можно сходить. Можно, но только непонятно каким способом. Как вот туда попасть? Смотрите, вот там дверь есть, еще одна дверь есть. А здесь у нас что? А здесь у нас ничего. Нет, здесь есть вот эти ходы, да, но мы как... Погоди, там же нам как раз говорилось про секретный ход, может быть... стоп, я пока сегодня разбирал игру, мне нужно было найти... Не сегодня, вернее, вчера, когда, короче, делал с превьюшку для игры красивую, да, чтобы было. То есть я перебирал папку с текстурами и нашел вот, короче, папку с... как они там назывались там, fake wall, короче, фейковые стены, вот все стены, на которых вот такие вот пометки с рукой, они типа фейковые считаются. Опаньки. Вот не зря иногда, да, есть смысл какой-то поковырять игру. Вот она и секреточка быстро нашлась, а вот и тот проход. Отлично, да? Не лазил бы я в папке с игрой, может быть, и не догадался бы. Ну, по крайней мере, сразу мог бы и не догадаться.
Замечательно, замечательно. Теперь только как отсюда выйти? Вот это вопрос. Как мне туда обратно ведь не запрыгнуть? А, ну да. Ну да, ну да, давайте сохранимся. Так, по-моему... По-моему, сейчас какая-нибудь зараза вылезет. Я просто смотрел какой-то видос или превьюшку, или еще что-то. И, по-моему, здесь чувака в лифте зажали два вот этих вот крылатых. Так, что-то я по кругу. Что-то я по кругу хожу. Эти двери вообще не рабочие. Ага, вот они, два, точно. Три. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Четыре там даже, да? Либо я дома просто не застрелил. А, нет, это... Погоди. Ну, нормально, нормально. В целом неплохо. Здоровье, конечно, не здорово коцают, но... С ними по-другому нельзя. Их просто сразу на пролом тупо валить и все. Ах, блин, четыре. Точно четыре ведь. Я весь свой драгоценный практически боезапас расстрелял у этой винтовочки. А, вот и голубой ключ. Голубая луна. Как бы теперь вернуться назад? Вот это вот вопрос еще тот. Ну и какого хера? А, ну лифт-то ведь работает, правильно? То есть это как бы типа секретная зона. А с голубым ключом, правильно? Ну, типа того, да. Так, 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 так. Голубой ключ, а куда же нам его применять-то? Это надо нам, получается, чуть ли не в начало уровня вернуться. Ну, пойдемте посмотрим. Да что ты катишься? У меня персонаж катится по ступенькам. Приходится его подталкивать все время. Так, ладно. Кстати, в начале этого уровня, я когда только его начал проходить, у меня снова этот глюк был с этим, с пропаданием оружия. Ну, то есть, короче, не работала опять кнопка, пришлось перезапустить уровень. Вот такие вот дела, такие баги здесь есть. Причем уже второй раз. Дайте-ка я сохранюсь. На всякий случай, а то мало ли, вдруг куда-нибудь нас сейчас телепортируют.